Здравствуйте, это канал Максим Адзе, и сегодня мы продолжаем играть в «Как достать квартиру». Чё-то я, короче, приболел, заразили меня в деревне. Там, оказывается, болеют все, а мне никто не сказал. Но, в принципе, соображаю вполне, видео записать могу. Короче, сегодня мы снова пройдем три уровня. И первый у нас это вот этот вот генерал или кто это. Уже четвертый день подряд военрук устраивает подъем соседей в 6 утра. Теперь военрук узнает все больше новых глаголов и междометий о себе. Хочешь их узнать? Пришли СМС на наш номер. Война с соседями. А номер какой? Так, поехали, что у нас тут? Лопата не берется. Берутся игра. Ой, а что это прилетело такое? Надеюсь, меня разрешение опять не подведет. Ага. О, ничего себе. Точно, прям. Так, давайте туда. Посмотрим, что тут. А, можно взять вот это, еще вот это. О, нифига себе, как я так вышел. Обалдеть. Так, это что такое? Главное, вот интересно, где вот я мы находимся сейчас? Кафедра военная какая-то или... Ну, это, скорее всего, учат, короче, как воевать и так далее. Таран, оружие героев, не балуй. Ага. Так, что с этим? Может, гранату? Нет? Жвачку? А, жвачку. То есть она... А, закупорить, типа... Типа, ну это как-то странно, потому что... Ой. Так. Ух, удалось вылезти. Бабах, нафиг. Не, ну это... Как-то странно. Я думаю, что... Я думаю, что пуля жвачку бы пробила. Вполне. Ай, блин. Вот сейчас можем и попасться. А, нет, не попадемся. Он в ту сторону пошел. Ага, так. Клей, да, сюда. Так, ну, наверное, ну, гранату явно сюда. Учебные гранаты и боевые. Сейчас он тут разнесет все, я так понимаю. Нафиг разнесет все. Куда пружину, я пока не понимаю. Жестяное ведро и... Ну, может, сюда что-то из этого. Может, пружину сюда. Так, встанем сюда, чтобы он нас не поймал. Дверь. Ну-ка, а, может ведро надо на дверь? Ну, а чё она не работает? Да, граната бы больший урон гораздо бы нанесла. А так она ничего не разнесла. Да чё-то она не работает. Ладно, короче, с дверью позже разберемся.
Так куда ты камеру отвертишь? О, да, ага, да, верно. А, может быть, надо поставить, когда он туда войдет. Давайте попробуем. О, действительно, действительно. Давай. О, ведро появилось, я вон уже вижу. И... Ай, блин, ну не сработало, и ведро исчезло. Ладно, ладно, тогда надо это... Сделать это... Когда камера вот эта вот на пакости не помешала. Не помешала бы это сделать. Просто камера на пакость туда. Я не могу положить грабли в этот момент. Камеру это, к сожалению, отключить нельзя. Я проверял. Так, ладно, ждем, когда он пойдет туда. И сделаем это снова. Грабли тоже пока нельзя положить. Лопату и грабли, блин. Поехали. Теперь давай сюда, сюда, быстро. Отлично. Все, все сработало, все сделано. Бумс, блин. Отлично, уровень пройден. Поехали, следующий эпизод. Это вообще какая-то... Блин. Ведьма, что ли, или, блин. Соседка Зинаида Астральная постоянно либо в нирване, либо в психушке. Она подарила звезду новый матрас отечественного производства. Теперь и они поняли, что есть вещи пострашнее, чем спать на гвоздях. Это и многое другое смотрите в реалити-шоу «Война с соседями». На канале ОСП. Ага. А почему... Матрас отечественного производства. Сказали бы матрас с гвоздями, блин. О, господи, вот это локация, блин. Спокойно. Она реально ведьма какая-то. Звуки-то какие, блин. Тут, кстати, два противника. Или ему пофигу на нас. О, перо. Видимо, взять можно было. Кто это сказал? Так, давай туда. Спокойно. Что это такое, блин? Что еще можно взять? Это может подменить надо на это. Спокойно. Это совместили. Так, может перо в эту надо засунуть. Что же? Мышку? Не, ну и книгу тоже вряд ли. Может это? Спокойно. Да. А перо, наверное,
сюда куда-то. Перо, а фиг его знает куда. Перо, я не знаю. Может, на вентилятор? А, можно так его? Блин, что-то сегодня догадываться легко получается. Не знаю как. А, я уже думал, пак искать сработало, нифига. Что еще можно взять? Птичье перо. Может его совместить с чем-то надо? Например, с этим? Или с рыбкой, может, не знаю. С чем можно совместить перо? С этими фигнями, может. Ну, явно не на книгу. Мы книгу уже сделали. Что с пером делать, не знаю. Здесь я вижу, что перо есть. Может, в этот тостер засунуть надо? Спокойно. Чё за хрень, блин? А, она еще и... Она чё, это, как паровоз, что ли, шумит? Ну, блин, ну это бред какой-то придумали. Что это такое, блин? Куда мышку можно засунуть? Сюда, может? А, что же... Нет. Блин, он с такой рожей ходит все время. Что за магия, я не понимаю, странная. Магия в этом мире запрещена, блин. Куда это мышку надо эту засунуть? Мышка-мутант. А как он сделал мышку-мутанта? Где? И вот куда ее всунуть надо, я пока не разобрался. А, мы еще это не взяли. Фу, фу, как она может это есть? Блин. А, ну этот чувак не представляет для нас опасности. Никакой. Спокойно. А, нет. А, я думал, можно... О, может сюда? Спокойно. Точно. А, наверное, его надо уже в кальян. Ой, стоп. Нет. Блин, что за хрень тут происходит? Я не понимаю. Так, ну, магический порошок сюда, точно. Спокойно. Поразительно, только вот звуки страшные. Блин, Серега все время ходит с таким выражением лица. Зачем я пошел туда? Зачем я туда пошел? Блин.
Вот действительно, че он с таким выражением лица все время ходит? Фу, глаза, фу, пальцы еще там, фу. О, давай. Фу, вообще ужас, фу. Это что за хрень, ну вот придумали, ну вот что это, блин? Как это, блин? Так, ну и последнее, кальян. А я и говорю, курить здоровье вредит. Отлично. И еще давайте один уровень пройдем. Дальше у нас идет какая-то грудастая деваха с уже с некрасивым лицом. Соседка Сюзанна по кличке Выдра сделала себе неудачную пластическую операцию. А, ну да. Теперь она злая, да, как собака, хотя выглядит как дранная кошка. При этом она еще и обозвала Таню Звездунову и Киморой. Как отомстит Таня? Смотрите! Война с соседями! Так, посмотрим. Женский уголок. Это у нас что? Ой-ой! Я вижу ее на карте. Дай бог, она еще сюда зайдет. А тут тебе нечего брать, случайно? Брать нечего, но есть что делать. Туда можно спрятаться. Так, что там происходит? А, жесть. Ладно, мы пока пособираем что-нибудь другое. Я вижу монетку, например. Вижу еще какую-то хрень в сумочке. А, пилочка для ногтей. Токопроводящая. Ага. О, не точно. Хе, прикольно, ладно. А, тут... А, еще эта комната есть. Вот только интересно, она пойдет в нее или в другую? Чё, блин? Она звуки ребенка издает, блин. Чё за бред? Чё за бред придумали? Я не понимаю, блин. Так, ну пойдемте в эту комнату, посмотрим, что есть здесь. Есть ножницы. Я сказал ножницы. Mm-hmm.
Ага. А теперь давайте пойдем туда. Там какой-то робот непонятный. Ну, я не вижу ее вообще. А, я вспомнил. Надо... Здесь надо веник ставить, этот с крапивой. Только я его не вижу. Не, вот это мне не нравится. Вот это зря придумали в этой игре. А это что? Что с этим надо делать? Может, это ножницами надо? Ну, возьми ножницы, блин. А, вот крапива откуда. Понятно. Теперь, наверное, самое время туда. Проверим, что здесь. Монетки. Ну, вот монетка куда может пойти у нас, я не знаю. О! Это солярий или солярий, как его там называть правильно. А тут что сделать? Ну, монетку, наверное, сюда. Что это? Чашечка очень горячего кофе. Очень горячего, говорите. Хорошо, проверим, насколько он горячий. Что здесь можно сделать? Веник, я точно знаю, куда. Вот это, возможно, сюда. Может и нет, ну давайте проверим. Ага, да. Так, ладно, теперь пошли туда. Бассейн. Только вот в этот... О, господи, блин. Только в солярии вообще-то полностью раздеваются. Кошмар, кошмар. Я не надо, слушайте, да. Вентиль для слива воды. Только как его использовать-то? Чем его открутить надо? Может, я что-то забыл? Я забыл что-то, по-моему. Наверное. Потому что его надо тоже открутить, я помню. Только вот я не знаю, чем. Каким предметом надо. Вот, блин, а. О, как она меня не увидела, я не понимаю. А может быть, надо просто крапиву сначала засунуть, а потом... А потом тогда можно будет рычаг этот двигать. Хотя сомневаюсь. Но попробовать надо. Давайте попробуем.
Но, блин, не видно. Опять ничего из-за разрешения, наверное. А, да, угадал. Я угадал. Ой, она здесь. И куда же мне деться? Ну ладно, жизнь потерять придется одну. Да, блин, ну... То как, то кошка, то ребенок, я не понимаю вообще, блин. Отлично. В общем, ребята, на этом закончим. Такие вот три уровня получились здесь. Ну, довольно-таки легко их пройти получилось. На сегодня закончим. С вас и подписывайтесь. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стриминг канал. Сводим в ВКонтакте, на влоговый канал. Подписывайтесь. Ну и всем пока.